Сотрудники ГИБДД задержали грабителя через несколько минут после преступления. Днем 6 февраля трое злоумышленников, воспользовавшись доверчивостью и бессилием пенсионера из Мегета, проникли в его дом и похитили ценные вещи на сумму 32 тысячи рублей. Однако на свободе они пробыли недолго. Приехав по указанному адресу, нами был опрошен потерпевший и было установлено лицо, которое причастно к совершению данного преступления. Значит, незамедлительно проехав по территории, отработав территорию, нами был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. 22-летний житель Мегета уже имеет криминальное прошлое. Двух его подельников полицейские задержали в тот же день.